Здравствуйте, с вами Android Androidыч. Сегодня хотела поговорить о новой игре, которая называется, попробую правильно выговорить, All Might Free The Last Dreamer. Мы играем за чувачочка, у которого в его мире начал рушиться мир, и все начало, так сказать, разрушаться и падать. Вот наш персонаж, начально заставочка идет, показывающая, что же происходит с его миром. Он убегает, и постепенно эти островки падают вниз, куда-то в небытие. Давайте пропустим эту заставочку и посмотрим, что вся игра представляет. Вначале мы можем выбрать уровень сложности. Игра на английском языке. Ну, тут, мне кажется, не так уж много текста, чтобы как-то вас это напрягло. И вот сама игра, и вот наш персонаж. Давайте разбудим его. Нажимаем. Он просыпается, так, и выбираем первый уровень, который мы с вами будем проходить и пытаться как-то выжить в этом разрушающем мире. Вот наш персонаж. Как осуществляется управление, все очень просто. Мы просто тапаем. Вот он показывает управление. А, нет, не тапаем, мы просто нажимаем вот стрелочкой, да, и передвигаемся. Собираем всякие дополнительные вот эти какие-то непонятные сферы. Вот, тут достаточно много различных головоломок различной сложности, очень такая симпатичная графика. Вот. Как будем проходить и выживать, будем получать различные дополнительные возможности. А также с левой стороны показано типа карты, да, карты, в которой показано, как мы с вами преодолеваем эти вот эти препятствия. И надо очень быстро передвигаться, в противном случае мы можем также упасть вниз и разбиться. Периодически вот эти вот такие землетрясения возникают. Поэтому стоять на месте нельзя. Ну, вот я уже половину уровня с вами прошел. Достаточно интересная, увлекательная игра. Редко такую игру можно встретить, потому что действительно что-то новенькое. Так, ну тут у меня... Давайте попробую пройти этот уровень до конца. Пока первый уровень проходится очень просто и легко. Но это просто первый уровень. Первый уровень всех игр всегда проходится достаточно легко. А по поводу, давайте, плюсов и минусов данной игры. Достаточно симпатичная графика. Ну, такая прикольная звуковое сопровождение. Вот, бежал до дерева. Это считается конечной точкой нашего первого уровня. К минусам я отнес, ну, достаточно, управление, конечно, удобное, но все равно меня маленько оно напрягает. Графика тоже вроде красивая, все, но могли персонажа главного сделать и покруче. После прохождения мы зарабатываем определенное количество очков. Вот так мы постепенно с вами проходим и будем постепенно узнавать историю нашего персонажа, который оказался в таком... Ну, возникла такая проблема, когда его мир разрушается. Так что давайте попытайтесь спасти этот мир и узнать, что же на самом деле произошло. А с вами был Android Андроидыч. Не забывайте ставьте лайк и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока, до скорых встреч.